Ивановские депутаты поддержали проект внесения изменений в федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Поправками запрещается курение не только в лечебных и образовательных учреждениях, но и на расстоянии ближе 15 метров от входа в эти учреждения. Курить планируется запретить на территории зон отдыха людей, в подземных и надземных переходах, на остановках общественного транспорта. Согласно поправкам, незначительно, но сократится число точек розничной продажи табачной продукции. Пока неизвестно, примут ли изменения на федеральном уровне, но местные законотворцы предлагают пойти еще дальше в защите населения от пагубной привычки. С моей точки зрения, табачные изделия надо продавать только в специализированных магазинах с подробной информацией на стендах о том вреде, который приносит курение. Потому что, ну, анекдоты же просто так не рождаются. То есть анекдот о том, что мужчина просит ему продать пачку сигарет, где умирают от инфаркта, а не от рака, он же имеет место быть, он недавно родился. Наверное, в этом есть какой-то глубинный смысл.